На канале НТР «Время новостей» в студии Алсу Юматова. Здравствуйте. Фонд для заключенных и Нивы грязи не боятся. Об этом и не только в ближайшие несколько минут. Отбывшие наказания в исправительных колониях часто после освобождения сталкиваются с множеством трудностей. В основном это касается социальной адаптации и трудоустройства. Помочь таким людям решили в фонде «Новая жизнь». Первое заседание состоялось сегодня. Собрались представители колоний и полицейские. Они рассказали активистам, какие проблемы самые острые и на что нужно обратить особое внимание. Меньше чем через месяц мы будем отмечать 71-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Однако остаются те, кого в преддверии праздника не поздравляют. К примеру, Любовь Костромина уже много лет в преддверии 9 мая не получает открыток от бывших коллег. Ей было всего 13, когда началась война. После войны она уехала из родной деревни, выбрала профессию геодезиста, работала на полях, наравне с мужчинами занималась геологоразведкой. В Нижнекамск переехала в 73-м году вместе с мужем и тремя детьми. Более 10 лет она проработала в 47-й пожарной части, но после выхода на пенсию всякие контакты с бывшими коллегами потеряла. Такие случаи, к сожалению, не редкость. 55 лет назад произошло очень значимое событие не только для нашей страны, но и для всего мира. Советский парень Юрий Гагарин на корабле «Восток» стал космическим первопроходцем. Александр Осиев с детства болеет космосом. Стать покорителем космических пространств не получилось по состоянию здоровья, но страсть осталась. Сейчас он учит мальчишек с 10 до 17 лет моделировать и запускать ракеты. Воспитанники мастера – победители многих соревнований, от городских до международных. Из ракетно-модельного кружка выходят отличные инженеры, программисты и проектировщики. Правда, вот профессия космонавта сейчас не так популярна, как раньше, считает педагог. Сотни километров трассы и несколько десятков координат. Нижнекамские любители внедорожного движения открыли сезон новым заездом. На маршрут в этот день вышло более 40 экипажей со всей страны. Соревновались участники в двух классах – стандарт и туризм. На прохождение маршрута всем командам было отведено 7 часов. Для победы было необходимо собрать максимальное количество баллов за наименьшее время. Кто в итоге стал лучшим и как это дойти до финала, не боясь грязи, узнаете в итоговом выпуске новостей. Вечерний выпуск новостей выйдет в эфир уже 18:30, и вот одна из его главных тем. Сначала обанкротились, потом снова заработали. Они уже продали всю свою технику, кран, там газель, автобус. Почему работники одного из предприятий с сентября не получают зарплату? Я, например, вообще считаю, что я должен получать 1,5 миллиона. Что еще говорят руководители? Напоминаю, связаться с нами можно по номеру 400770 или пишите нам на сайт ntrtv.ru. Не прощаюсь, увидимся на канале НТР.